Я решила сварить компот в мамин день рождения. Взяла изюм, орехи, мед, килограмм варенья. Все в кастрюлю поместила, размешала, воды налила, на плиту поставила и огня добавила. Чтобы вышло повкуснее, ничего я не жалею. Две морковки, лук, банан, огурцы, муки, стакан. Половину сухаря в мой компот добавлю я. Все кипело, пар клубился. Наконец компот сварился. Маме отнесла кастрюлю. С днем рождения, мамуля! Мама очень удивилась, засмеялась, восхитилась. Налила компоту ей, пусть попробует скорей. Мама выпила немножко и закашлялась в ладошку, а потом сказала грустно: «Чудо-щи, спасибо, вкусно!»